Мобільная группа Гомельского гарвыканкама протягивая мониторных организаций, которые работают в областном центре. Сегодня специалисты наведали одну из будовничих пляцовок. Убаченная уразила колькостью порушений. У недохопы выявили представники практически усіх службов, которые уваходят в состав мобильной группы. Район улиц Червоная до Кутович. С красовика минулого года тут узводят два жилые дома Светлогорский домобудовничий комбинат. Правда, с терминами сдачи объекта вышла затримка. Первый будинок планировался сдать еще в кастрычнику 2018-го, але ён не завершенный зараз. Причина, якую называют неритмічнасць фінансавання. Удельники мобильной группы с гэтым пагаджаюцца, але дадают, что высоким темпом не спрыяе и организация працы. До выканання своих обовязков будуники приступили недзе праз паўгадзіны пасля официйнага пачатку працоўнага дня. Шмат заўваг, якія будуць оформлены адпаведным протоколом, выклікаў і санітарны стан тэрыторыі, пачынаючы ад абавязковага паасобнага збору смецця, абсталяванага ў адпаведнасці з правіламі. Спецыяльнага месца спецыялісты так і не знайшлі. Затое выявілі некалькі стыхійных звалак. Асобная размова пра бытавыя памяшканні. Не трэба быць спецыялістам, каб зразумець, тут не выконваюцца нават самыя элементарныя патрабаванні. При этом особных бытовок для мужчин и женщин на этой будовле нема. Перепранаются усе разом. Женщин тут кажут усяго трое. Трымать для их помешкания экономично немэтазгодно. Сами работницы, дарэчы, поза увагой проверяющих так само не засталіся. По причине грубых порушений правила в эксплуатации будовничего крана. Сейчас дам вам 4 базовых величины. Ну за что? За то, что вы на кране работаете, который ПТО не прошел. Да? Да. Ну, я, ну, вы потенциально можете любого убить на объект. Нет, ну что вы, Господи. Ну потому что нет подтверждения, что он отвечает требованиям. Я 76-го года на кране, я так люблю свою работу. И вы, мы говорите, не будем мне, переходить на я личность. Я понимаю. Нет, есть порядок? Есть. Правила есть, все. Понимаю, вы осматривали кран перед началом? Осматривала вчера, да. Мы вместе ограждение под кранового пути есть? Но еще же не успели. Да, понятно, опять нарушение. Я понимаю. Да, и... Для вас 4 базовых величины – это просто мелочь, понимаете? А так вас можно и в тюрьму посадить. Особливая увага ведению документации. Тут так само шмат за увах. У приватности у протокол трапит такий факт. Водитель отримал путевый лист праз 2 дни после прохождения медицинского огляду. Яким был его стан непосредно подчас початку работы, не ведая никто. На фоне выявленных порушений отсутность специальных на всех объектах места для курения сдавалась уже дробязью. Коли мерковать по убаченным, тытунь на будовле уживают непосредно на працонных местах, а курки кидаются на землю. На данном объекте есть вопросы, которые связаны с элементарной трудовой дисциплиной. Конечно, непорядок, когда люди приходят на работу с значительным опозданием и задержкой. Внимание в стройке никогда не завершалось, но вы же понимаете, что уже весенний период, прошел субботник. На каждом независимом объекте должен быть порядок, чистота, культура производства и соблюдаться, начиная от трудовой дисциплины, заканчивая технологической. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».